Ой, опять смотрю в лук. Никакого смотрения на лук. Надо это как-то перемешать. Предлагаю руками, как и обычно. Ничего нового. Крайне изящно. Если вы ранее смотрели нашу программу, вы знаете, что я люблю разноцветную еду. И сегодня у меня есть два новых рецепта в коллекцию разноцветного безумства. Для начала приготовим тыквенную пасту. Она будет у нас оранжевого цвета. Тыкву уже нарезали. Отправляем на противень. К ней нам нужно добавить перчик, поделенный на 4 части. Также мы туда добавим чеснок. Делим напополам. Лук делим напополам. Я думаю, на 4 части, потому что это очень большой лук. Ой, опять смотрю в лук. Никакого смотрения на лук. Он так и манит меня. Посмотреть ему в глаза. Поливаем маслом. Добавляем соль и перец. Надо это как-то перемешать. Предлагаю руками, как и обычно. Ничего нового. Это у нас неравномерно соль будет. Распределяем все по противню. И отправляем в духовку на 30 минут. Это будет основа для соуса. Пока овощи запекаются, давайте поставим еще воду. Нам нужно будет отварить спагетти. Вода закипела. Воду мы не солили, так как соус у нас будет достаточно соленым. Отправляем спагетти на 10 минут вариться. Пока спагетти варятся, давайте быстренько приготовим зеленый салат. Нам понадобится айсберг. Мы его мелко нарубаем. Сюда же к салату добавим огурец. Теперь нам нужно приготовить соус. Для него мы в блендер отправляем 2 зубчика чеснока, кешью, масло, немножко соли, половинку авокадо нам еще надо. Какое мягкое авокадо. И это холосон. Еще мы сюда добавим сок лимона, половиночку. Сок лимона сюда же. И еще добавляем сюда пучок петрушки. Я предлагаю прям так его засунуть. Все это взбиваем. Соус отправляем к овощам. Перемешиваем. Быстренько заканчиваем с салатом и возвращаемся к нашим макарошкам. Они уже сварились. Все, макароны готовы. Давайте сольем воду. Макароны промыли, овощи у нас еще запекаются. Сейчас мы быстренько уберемся и продолжим с вами. Овощи запеклись. Добавим к ним немножко сливок. И все это в блендере.
храни вечно. После того, как мы все взблендерили, отправим туда спагетти, которые предварительно отварили. И смешиваем соус со спагетти. Спагетти можно украсить немножко сыром и зеленью. Салат и паста готовы, можно подавать ко столу. Приятного аппетита!